какие у нас есть козыри? Да нет у нас никаких козырей! Нас всего шестеро, а их пятеро! Мы даже не сможем победить их количеством! Да, и этот человек вел у нас математику. Лучше попозже появлюсь, в нужный момент. Вот блин! Ну, наконец-то они пришли в себя. Ну что, девочки, ваш выход, только сделайте это эффектно. Это Cool Kids. Крутые детки. Офигеть! Это же кольцо власти! Ура! Я спасена! Я теперь королева всех миров! Нормально, я так из космоса на Землю упал. Да, пойдемте туда. А то я очень сильно проголодалась. А ну-ка взять их всех на абордаж! Мы покажем им, что такое 1000 чертей! Йо-хо-хо! Упс, бежим. Разрази меня гром, 1000 чертей! Мы не догнали этих портовых крыс! Да, у них наверняка было золотишко и пиастры. Мы-то оказались на мели. А может, у них и еда была, чтоб нам всем набить трюм? Короче, хватит ныть. Пора найти наших врагов. Да, эти чужаки какие-то странные. Говорили что-то про 8 А. Нам надо сойти с ними якорями. А что такое сойти с якорями? А то я забыл. Вечно ты ничего не помнишь. Это кодекс настоящего пирата. А-а-а, вспомнил. Сойти с якорями — это значит подраться. Да, а вот быстрее шевелить булками — это не про еду. По кодексу пирата это значит идти на всех парусах или напасть молниеносно. Ага, понял, не дурак. У меня, кажется, есть план. Так, пираты не помнят, что они 8 А. Мы для них враги. Значит, что? Что? Надо напасть первыми. Какие у нас есть козыри? Да нет у нас никаких козырей! Нас всего шестеро, а их пятеро! Мы даже не сможем победить их количеством! Да, и этот человек вел у нас математику. Знаете что, у нас же есть вампирская сила. А если мы их покусаем, вдруг это сработает? Че сработает? Ну, ребята все вспомнят. А в этом что-то есть. По крайней мере, я пообедаю. Идея, конечно, бредовая. Но вдруг это сработает? Вампиры так вампиры. Если это поможет делу, я согласен. Егор, дай-ка я тебя укушу. Тогда я займусь темными магами. Ну уж нет, дулечки-пердулечки. Не для этого я кольцо власти находила. Лучше попозже появлюсь, в нужный момент. Вот блин. Беатриса Ивановна, да когда же уже эти тупые детки и их учителя соберутся вместе и все вспомнят? Думаю, скоро, Ксю. Очень скоро. Нам надо быть готовыми с минуты на минуту. Это будет великий капец. На абордаж! Ой-ой-ой! Да!
Почему это мы от них убегаем, а не они от нас? Включаем режим вампира. Ой-ой-ой! Это капец. Ну что, вы вспомнили, что вы 8 А? Вы узнаете нас, своих одноклассников. Не, мы ничего не вспомнили. Вот что я вам скажу. То, что мы вампиры, это хорошо. Почему? Да потому что мы теперь бессмертные пираты, и мы все равно всех уничтожим. Точно! На абордаж! Ой-ой, бежим! Не, ну так неинтересно. Они так всю серию будут бегать. Если план Егора и Полины не сработал, нужно действовать через кольцо власти. А ну-ка всем стоять! О! Ребята, вы снова вместе! Да, и Виолетта Борисовна с Вальдемаром Юрьевичем вернулись из мира синего Жоржа. И Полина с Егором здесь. Да, и Ева из параллельной вселенной. А вы все уже не пираты, и не гоняйтесь за нами. Пираты? Мы что, были пиратами? Ну да, какое-то время. Егор, и ты тоже вернулся. Но как тебе это удалось? Ну, это длинная история. Инопланетяне решили, что я предатель, и выкинули меня в открытый космос. Ой, я тоже вспомнила. Эльграфу и Ксю не удалось удержать метеорит, и поэтому мы все... Ой, даже страшно сказать. Мы теперь все рабы камнеешки. Да, лучше бы мы ничего не помнили и были пиратами. Кстати, а где Ксю? Ну, наконец-то они пришли в себя. Ну что, девочки, ваш выход, только сделайте это эффектно.